Какие твои ощущения вот сейчас? Сейчас? Ну, приятно, конечно, выиграть Кубок мира. Дома, у себя, на Монстре, за страну, за город. Эмоции, конечно, сейчас. Трудно что-то говорить, но очень приятно. Все довольны, все настраиваются на этот матч. Скажи, вот по сравнению показалось немного, что раздевалка как-то грустнее, ну или менее ярко празднует. Я хотел сказать, по сравнению со вторым кубком Харламова. Да, и у меня шампанское, сейчас шампанское. Хорошо.